Вот он пришел, голубчик. Володя идет с работы, а уже 7:30. Где-то застрял автобус. Звонил. Снег сегодня первый раз выпал. 12 сегодня ноября 2019 года, вторник. Барабаш приезжал, как он уехал. И закрывает все. Благослови, Господи. Работает где-то. Ботиночки на ногах. Фух. Ботиночки-то это что? Это ничего. Ой. Я сейчас должен свет зажечь. Ну-ка, уходи оттуда. Где надписи? Надписи такие, что еще нельзя против поступать. Вот опечки там второе место. Вот так. Полотенце висит, не видать. Не отходи. Все тут готово. Вот так. Зимняя одежда, летняя. Это у нас лук. Все в беспорядке. Тут дрова. Картошка. Мешки тут же стоят, чтобы не замерзли. Ну и нам хватает места. Проход-то вот есть. Сантиметров тут 60. И все. То у вас беспорядок. Ну, у кого-то беспорядок. А у нас порядок это. Мы все находим здесь. Повернуть туда, покажу вам. На решетке первый этаж. Второй. Дрова подсыхают. Газеты для растопки. Все раньше приготовил, а теперь вот не хожу, хотя. Вот так. Осталась полочка одна. Тут книги над дверями. Вот тут полка, тут разные инструменты, провода. Вот видишь, не дождешься. Думал, сейчас зайдет Володя, да я его и запишу. Ну не тут-то. Ладно. Воскресный день. Куда-то собираются поехать. Новые заветы увозить или что-то. Все с коробками возились. Это у Сергея машина, сверху ее в виде гробика. Он пятится сзади, это новый человек у нас. Большая машина. Так они на двух машинах. Очень много поступило Евангелий с красной корочкой, с четверо Евангелий. По благословению патриарха Кирилла. Это очень ценно. Я об этом говорил. Перед чем это он стоит такое? А, это машина рядом.
Ну да. А, так это колесо так отражается. Вот они где. А, садятся. Это вход в наш храм. Кажется, там женские башлыки. Так это дроботы. Правильно. О, кто-то вышел к воротам прямо. Да Володя, кто же больше? Видишь, все уехали. Машин штук 10 было. Немножко большая машина, фургон настоящий. Да нам из Потеряевки можно бы картошку привезти на нем. Ну, это Сергей. Выехал. Все, ушел. Володя сейчас закрывать будет все. Он знает, как ворота. Сначала туда надо, чтобы они провалились. А потом приедет и... Видишь, как... Основательно все делает. Не одни тяп-ляп. Куда-то отправляются. Та машина ушла. В прошлый раз дроботам картошку дали мы, а они ее не увезли. Я говорю, замерзла. Надежда Васильевна говорит, не замерзла. Сейчас кто-то картошку повез, кто-то еще что-то. Дети не брошены. Комиссия приходила, их разбирали. Так вот дела идут помаленьку. Ой-ой-ой. Вот он сейчас должен тронуться. Я через окно вижу, его сидит. Поснимали сегодня в храме надписи свои, я пофотографировал. Нет, не сейчас стоит на месте. Что стоит-то непонятно. Ну, давай, трогай, трогай, трогай. Некогда тут стоять-то. Это показать охота, как уедет. Тот не едет долго как. Разогревает, наверное. Там видно Володина голова. Еще сказать все.
опустело тут. Пусто. Пусто. Так и не дождался я. Буду выключать. Вот. Надежда собирается в город опять с сумочками. Как я вижу, тазик взяла. Татьяна ее возит где-то. За пенсией, наверное, собралась сегодня. Там кошечки черные бегают. Звонит. О, Володя подошел. Как хорошо. Снег выпал вчера, первый день, сегодня 14 ноября. Я ему сказал: Володя, у тебя ноги там газы заголяются, штанины голые. Сапоги или валенки? Еще ж голые-то. Он что-то наказ дает или что? Еще нос вытирает. Ну, тут на прогулке собачку ведут. На поводке. Удивительно, как сделано. На другой стороне тут нигде не видать было бы. За ограду выйдет и все. А зачем нужно? Ну, как зачем? Нужно, значит. Были, жили, когда не было, видно. Ну, сумма. Вчера 4 мешка гуманитарной помощи. Вчера вывезли мешки. Тазик что-то брось. Тазик не нужен оказался, к верногаме. Ну, Володя тут ждут машину. Машина должна подъехать сюда. Вот тазик взяла. Соседи снег чистят. А почему пошли-то? Тут и ждать надо. Ну, им виднее. Вот так, и она едет. Где-то там остановилась. Не видать. Хотя, видать, вон она разворачивается. Мы зашли не их машину. Вот они дальше пошли. Кошка за ними увязалась, потому что кормим. Благослови, Господи, и устрой все как угодно тебе. Вот вечером разъезжаются машины. Бабушек забрали. Тут что тут такое? Рыжая, ты еще белого-то бьешь? Ну-ка, уходи со стола. Видишь, залезли куда? Хозяева. Давай.
А, вон еще где они у нас. Где же тут ворота? А, вот они, в маленьком масштабе. Другие еще не выехали. Ну и слава богу, все благополучно. Вот разъезжаются. Вон Игорь приехал. Володя там, собачки бегают. Сосед подошел. Надежда Васильевна подходит. Сосед какой-то. Мерзость. Володя провожает батюшку. Ночь, 7 часов вечера. Пошли, благослови его, Господи. Вот он. Все. На работу. Я его вижу, вот он идет. Вот. Переходит на другой глазок. А это переходит на третью увеличенно. Молится. Благослови его, Господи, труд. Да будет он благословен. О, рукой помахал. С миром, брат, иди. Но белый тут на окне воробьев пытается через стекло ловить. Все. Потом и каждый день на работу. Да, это синеглазая сидит тут. Вон как. Понятно. Это белый тут караулит. А рыжий там растолстел, говорит, один, Надежда одного держит. Машина приехала. А, Алексей Семенович Сиськов приехал. Что-то с больницей у него-то тяжелое положение было. Очень хороший человек, главный агроном совхоза Корчинский. Был мой крестник. У него сколько там этих операций на ногах было сделано. Там железки раз... У Мишка трудно садиться. Очень хороший человек. И отец у него такой же. Вот он за руль садится. Там ноги-то у него железные уже. А это что-то с сердцем и в реанимации. Подключенный к аппаратуре 15 часов лежал сейчас. Собирается поехать. Благослови его, Господи. Сколько он нам помогал в лагере. Вот не выскажешь даже. Благослови его, Господи, и продли его жизнь, если это возможно. Только ты можешь сделать это.
Володя утром, Игорь заезжает. И вот поехали. У Игоря хлеб печь начинает, а тут собачка у него сидит. Он к Володе ее перекинул. По рукам ее таскают, как кошку. Благослови, Господи, братьев. Сестра Щукина, Нянила Алексеевна, заболела, и те верны, еще самим надо печь. Вчера начали уже. Все. Пошли. Вот она, поехала машина. Никто не знает, будет ли встреча еще. Володя поехал. Вот так.